Решение Владимира Путина пойти на президентские выборы в качестве самовыдвиженца единороссы восприняли с пониманием. Руководство партии выступило с призывом к членам и сторонникам партии поставить свои подписи за выдвижение действующего главы государства в качестве кандидата в президенты. Тем самым единороссы официально проголосовали за поддержку выдвижения Путина. Партия наша не может приватизировать Владимира Владимировича Путина. За него голосуют все люди, и члены партии, и не члены, кто далек от этой партии. Они разделяют его программу, они ему верят. Поэтому это очень знаково, что он пошел, как и все остальные, значит, кто будет выставляться. Он собирает подписи, он еще раз хочет сверить. А вот поддерживают его массы народ или не поддерживают, для нас это тоже очень важно. Я как зампредседателя Государственной Думы Российской Федерации по обороне, значит, достаточно тесно общаюсь с рядовыми военнослужащими, с младшим, средним, старшим, высшим начинающим составом Вооруженных сил Российской Федерации. И скажу, что все единодушно поддерживают кандидатуру Верховного Главнокомандующего России, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина для выдвижения его кандидатом в президенты. Мы поддерживаем эту кандидатуру и всячески будем способствовать. Не было неожиданностью, что Единая Россия поддержит Владимира Владимировича, потому что на самом деле и основатель, и руководитель, и бессменный лидер, и идейный вдохновитель. И рейтинг людей, которые сегодня вот дают Путину возможность так себя вести, это очень важно, потому что, ну, большинство россиян поддерживают его политику, как внешнюю, так и внутреннюю.